классно, да, так выглядывать? Нестер, потом с большой, Лето писец, Нестер, какой-то писатель, композитор, великий с большой буквы, никто, церковные люди и даже Виктор Цой. Кстати говоря, Цоя тоже не знают, но это не их беда, значит, что такое Цой, не знают, кто такой. Дальше, не понимают, что такое пресса. Слово. Что такое слово пресса? Один на слух воспринимает это слово, написал кресо. Кресо. И дал ему определение. В старшей группе есть такой вопрос. Мандельштам Калан. Ёх, блядь. Пидор, ёбаный, блядь. Хуя дебил, блядь. Давай гандон на четырке, блядь. Ебало раскрою, гандон, блядь. Тонированный, блядь. Эмпофер, блядь. Баллонником уехал нахуй, вон, хоть сиденье. Баллонником, ладно, я вам, блядь, речь на колеса по речи, блядь. Придаю по горлу и колосит нахуй, блядь. Хорошо, при чем это было? Я так сейчас, блядь, могу... Не, он сейчас уебал. Сука! Блядь, заделывай, дай. Да. Нормально, нормально. Опа! Ох!
Новый КЛС от коллекции 5 120 000 рублей. Выгодные условия по кредиту. Поддержка по трейдингу. 8 800 200 02 06. Mercedes-Benz.ru. Приведены специальные рекомендованные розничные цены с НДС. Окончательные цены уточните у дилеров. Предложение ограниченное действие до 30 сентября этого года. Не является публичной офертой. ООО Mercedes-Benz Bankrupt. Здесь, блядь. С 6 по 26 сентября в МВидео скидки до 50%. Покупки в рамках любого бюджета. Как капсульная кофемашина Крукс со скидкой 50%. Баган, ёбаный, блядь. Рублей. Видео. Нам не все равно. Подробности и ограничения в магазинах. Ну храни вас Господь, агнцы Божии! Это девиз нашей авиакомпании. Мы заботимся о теле и духе наших пассажиров. Подождите, объясните, я не понимаю. Он только вышел из самолета, за ним заварили дверь. Ну а как бы вы хотели, чтобы она закрылась? Должна быть герметичность в салоне. Понимаете? Вы же не хотите, чтобы вам голову продуло, правильно? Так мне голову и продуло как раз. Потому что вы летели в эконом-классе, а летели бы в бизнесе, вам бы предложили норковую шапку. Какие-то еще претензии есть у вас? Какие-то... Смотрите, мы должны были лететь 5 часов. Так, вот отгадайте, пожалуйста, сколько мы летели? 5,5? Не-а! Классно, да, так выглядывать? Да, я не знаю. Пиздануть, что ли? Нестер, потом с большой, лето, писец, Нестер, какой-то писатель, композитор, великий с большой буквы, никто, церковные люди и даже Виктор Цой. Кстати говоря, Цоя тоже не знают, но это не их беда, значит, что такое Цой, не знаю, кто такой. Дальше, не понимают, что такое пресса. Слово. Что такое слово пресса? Один на слух воспринимает это слово, написал кресо. Кресо. И дал ему определение. В старшей группе есть такой вопрос. Мандельштам Калан. Эх, блядь. Пидор ебаный, блядь. Хуя дебил, блядь. Да вот гандон на 4, блядь. Ебало раскрою, гандон, блядь. Тонированный, блядь. Он попал, блядь. Возьми его нахуй.
сейчас баллонником уеду нахуй, вон из-под сиденья. Баллонником, ладно, я вам, брат, рейджу по колесу, по рейджу, брат. Приду по горлу и колосит нахуй, брат. Хорошо притемка был, я так сейчас, блядь, не, он сейчас уебал. Сука! Блядь, заделают, да? Да. Нормально, нормально. Баран ебаный, блядь. Оба! Ух! Часов. Вот отгадайте, пожалуйста, сколько мы...